хорошо. У нас есть библиотека, у нас есть театр, у нас есть клуб. И, наконец, общество, в котором можно завести знакомство. И вам, как интеллигентному человеку, сию минуту необходимо завести знакомство. Кажется, у этой истории нет времени. На сцене Центрального дворца культуры жители города Н. Города, который так любил описывать в своих рассказах Антон Павлович Чехов. Сегодня знакомые герои рассказов великого писателя оживают в постановке Щелковского любительского театра «Атмосфера». Город Н и его обитатели – первый спектакль театра в новом сезоне. В зале нет свободных мест, но зрители готовы сидеть даже на ступенях, чтобы посмотреть на работу актеров. Я очень рада, что люди, которые пришли сегодня, интересуются театром, что это жители моего города, и что им очень важно, что в нашем театре есть такие места силы, в которые можно пойти и провести свое свободное время. 2019 год стал для «Атмосферы» очень результативным. Актеры получили возможность принять участие в первом всероссийском фестивале любительских и студенческих театров России. Показывали именно этот спектакль, и работу артистов оценили на высоком уровне. Нам было позволено выступить с этим спектаклем на новой сцене Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова. Для нас это, конечно, была очень большая ответственность. И сегодня как раз мы хотим открыть сезон нашим спектаклем. На этом «Атмосфера» останавливаться не собирается. Уже на этой неделе актеры покажут премьерный спектакль по пьесе Михаила Себастьяна «Безымянная звезда», который станет третьей постановкой театра. Увидеть историю своими глазами можно будет 1 февраля в Малом зале Центрального дворца культуры. Начало в 18:00. Мария Смирнова, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.